Детская шалость стала причиной пожара, произошедшего вчера утром. Хорошо, что было это вовремя замечено соседями, и вызвали пожарную охрану, и людей эвакуировали с третьего этажа, так как они были закрыты снаружи, отцом, ребенком. В квартире от огня пострадала только мебель. Благодаря тому, что огнеборцы прибыли вовремя, никто из жильцов не пострадал.